Расскажу вам еще, друзья дорогие, пару анекдотов. Значит, приезжает Вася из города Челябинск, ну, скажем, в Крым, и приходит на нудистский пляж. А там, значит, лежит красивая такая дама, абсолютно обнаженная, он к ней подкатывает и начинает ее клеить. Говорит: девушка, давайте познакомимся, куда-нибудь сходим, ля-ля-ля, 3 рубля, все такое. Она долго лежала, слушала его, смотрела красивыми голубыми глазами на него, а потом он говорит: молодой человек, а вы кто по профессии, извините? Он говорит: ну, я токарь-фрезеровщик 3-го разряда. Он говорит: классно, говорит. И вот представьте, говорит, чтобы понять меня, почему я не хочу с вами никуда идти, и почему у меня нет никакого настроения, но так, чтобы вас не обидеть, я вам объясню аллегорически. Вот представьте, говорит, приходите вы вот сюда, на этот пляж, а тут кругом станки, станки, станки. И еще один анекдотик. Едут в поезде две дамы, две молодые красивые дамы, разговорились, выпили, и одна другая говорит: а кем вы работаете? Она говорит: я работаю на курином заводе, потрошу курочек. Она говорит: тяжко, наверное. Да, говорит, за смену, говорит, столько, говорит, их не потрошишься. А вы, говорит, кем работаете? А я минетчица. Ой, говорит, та, которая хуй сосет. Говорит, слышь, говорит, ты, говорит, это ты хуй сосешь, потроша кур, а я минетчица.